В Ореховозуйском районе успешно реализуется губернаторская программа по переселению жителей из ветхого и аварийного жилья. За 4 года должно было быть расселено 39 многоквартирных домов. 742 жителя отметят новоселье. Как ведется строительство домов для переселения в Ликино-Дулеве, Новинках и Верее, лично проверил глава района Борис Егоров в ходе рабочей поездки. Ветхие и покосившиеся бараки есть в каждом населенном пункте Орехово-Зуевского района. Жилой фонд сильно изношен. Многие многоквартирные дома строились как временное жилье, но в итоге стали для жителей постоянными. Постепенно злободневный вопрос решается. У вас остается практически 50 дней для того, чтобы закончить отделку. Улица Центральная в поселке Верея. Строительство трехэтажного кирпичного дома здесь идет хорошим темпом. Строители заканчивают укладку скатной кровли и через 2 недели приступят к внутренней отделке и подведению отопления. Этот дом полностью строится под переселение. Всего здесь будет сдано 38 квартир. В городе Ликино-Дулево также строится дом, который будет полностью сдан под квартиры для жителей аварийных домов. Однако здесь темпы строительства несколько ниже, чем на Верее. Конец этой недели у нас, да, Саша, окончание кирпичной кладки, начало кровельных работ. На этой неделе замер оконных проемов, установка оконных стеклопакетов. То есть тоже до конца следующей недели тепловой контур здесь будет уже. То есть через 2 недели, хотите сказать, что здесь уже можно будет брать тепло, да? Город Ликино-Дулево одним из первых вступил в программу по переселению жителей из ветхих бараков в новые квартиры. Так, новое место прописки получили жители так называемых ФУБР и домов на улице 30 лет в ЛКСМ. В этом году ключи от квартир получат жители еще 3 домов. Это у нас переселяются дома железнодорожные 2, это Октябрьская 36 и 38. В этом году мы вводим вот только 2 секции, и в следующем году вот еще здесь 2 секции, 2 подъезда, и, соответственно, будет благоустроена вся территория. А это еще один строящийся объект – деревня Новая. Здесь темпы строительства также оставляют желать лучшего, но подрядчик заверяет, что в окончательный график они войдут. Энергоснабжение решаем. Ты мне одно скажи, ты до 15-20 декабря с отделки дома сдаешь? Здесь у нас 8 квартир, переселение идет. 20 числа декабря все квартиры будут отделаны. Все квартиры под переселение будут сдаваться с проведенным социальным ремонтом. В них будут поклеены обои, установлена сантехника, газовые или электроплиты, а также двери. Все объекты должны быть сданы до 31 декабря этого года. Также в ходе своего визита глава района посетил детскую спортивную школу в деревне Новая, где сейчас ведется капитальный ремонт. Год назад на работу было выделено 400 тысяч рублей на ремонт 2-го этажа. Был отремонтирован зал для борьбы и тренерская. Еще 200 тысяч рублей были выделены депутату Московской областной думы Эдуардом Живцовым на ремонт лестничного пролета. Также глава района пообещал выделить дополнительные 400 тысяч рублей на обустройство вестибюля на 1-м этаже, а также ремонт раздевалок и установку пластиковых окон.